Это должен знать каждый. 15 денежных советов. Просмотрев данный видеоролик, вы поймете, что деньги очень легко потерять, а также несложно их и приманить к себе. Чтобы не потерять деньги, придерживайтесь изложенных здесь правил. 1. Чтобы заработанные деньги любили ваш дом. В день зарплаты нельзя тратить ни единого рубля. Вся сумма должна переночевать дома. 2. Некоторые жрецы житейской мудрости советуют сохранить в течение года крупную купюру, которая, утверждают они, зарядившись вашей энергией, начнет притягивать к себе деньги. 3. Денег не будет, если свистеть в помещение. 4. Денег не будет, если крошки со стола убирать рукой. 5. Нельзя одалживать соседке хлеб и соль, достаток может покинуть ваш дом и уйти в другую семью. 6. Чтобы в доме завелись деньги, веник нужно ставить ручкой вниз. 7. О повышении зарплаты лучше всего просить в среду днем. 8. Не занимайте денег в понедельник, не одалживайте во вторник и не отдавайте долг в пятницу. 9. Одавайте давать взаймы непременно утром, так как любые действия с деньгами вечером сулят разорение. 10. Вообще старайтесь никогда не занимать, а чаще давать в долг, вы как бы программируете деньги на то, чтобы они к вам вернулись. 11. Карманы одежды, повешенные на сезон в шкаф, снабдите купюрами небольшого достоинства, а еще деньги не любят порванных карманов или оторванных пуговиц. 12. Никогда не держите кошелек пустым, пусть в нем лежит хотя бы монетка. Все купюры должны располагаться лицевой стороной к хозяину. 13. В самом маленьком отделении храните сложенную треугольником купюру в 1 доллар. 14. Также в кошельке должна быть счастливая монетка, первая заработанная, полученная от хорошего человека, от успешной сделки и тому подобное. Эту монетку нельзя тратить. Она счастливый талисман достатка, иначе деньги обидятся и не будут идти в руки. 15. Выигранные, заработанные нечестным путем, найденные, подаренные и так далее, не приносят счастья, и потому не должны задерживаться в вашем кошельке. Раздайте их нуждающимся, или немедленно потратьте. Чтобы не потерять деньги, придерживайтесь вышеизложенных правил. Чтобы приманить деньги, отправьте этот видеоролик своим друзьям и знакомым, и деньги начнут притягиваться к вам, ведь тем самым вы покажете деньгам, как вы их любите, как они вам дороги. Если после просмотра ролика никому его не отправить, то проведете год в нищете. Но если вы его пошлете своим друзьям, тогда жди удачи и кучу денег. Отослав ролик одному другу, деньги начнут притягиваться через 1 год. 3 друзьям – через 6 месяцев. 5 друзьям – через 3 месяца. 6 друзьям – через 1 месяц. 7 друзьям – через 2 недели. 8 друзьям – через 1 неделю. 9 друзьям – через 5 дней. 10 друзьям – через 3 дня. 12 друзьям – через 2 дня. 15 друзьям – через 1 день. 20 друзьям – через 3 часа. Проверьте, это все работает реально. Возьмите тетрадь, запишите дату и контакт друзей, кому вы отправили этот ролик, запишите результаты по срокам, которые даны вам и которые вы выполнили. Желаю удачи!